Привет, дорогие друзья! Для чего нужна колючая сторона терки? Все стороны нам известны. В основном мы пользуемся вот этой стороной. Она практически универсальная. Можно натереть любой продукт. Картофель, свекла, морковь. Следующая сторона – это такой же вариант, но мельче. С ее помощью можно натереть сыр твердый, шоколад, вареные желтки и любые овощи. С помощью этой загадочной стороны можно натереть капусту, можно сделать чипсы из картофеля, даже баклажан можно натереть. Ну и переходим к самой необычной стороне – колючая сторона терки. С ее помощью можно натереть твердый сыр, мускатный орех, сделать панировочные сухари, палочки корицы, шоколад, чеснок. Если вы хотите деткам сделать натуральное пюре, берем любые фрукты и натираем на эту терку. Теперь вы знаете больше. Спасибо большое за внимание. Не забудьте поделиться этим видео.